ты потрапив в кому. Что я был 6 дней в искусственной коме. Конечно же, истории, связанные с тяжелыми наркотиками. Это там амфетамин, кокаин, там метадон. Частенько брали участь в оргиях? Ну, бывало там два в один, там два там парня и одна девочка. Какая премія в тебе була найбільша? 1,5, 1,6. Мудрик запропонував, щоб ти його тренував як нападаючого. Такой плюнуть може, гадкий игрок. Тебе хотіли посадити у в'язницю в Хорватії. Ми з приятелем узнали, є дорогое кольцо, которое продает женщина. В итоге женщину убили. Взяли кольцо и увалили оттуда. Нахер. Ну що, друзі, всім здорово. З вами подкаст «Формула Волошина», незмінний ведучий Волошин Олександр. У мене сьогодні, ну, я вибачаюсь, матюкнусь сразу, охуєть, який єсть легенда українського футболу. Тьома Мілєвський. Тьом, привіт. Саш, привіт. Артем Мілєвський – легенда українського футболу. Найепатажніший персонаж в історії спортивного світу України. У пік своєї кар'єри – заробляв 1,2 мільйона доларів на рік. Мілєвський зіграв приблизно 391 футбольний матч і забив 108 голів. Минулого року футболіст потрапив у кому, але вийшовши з неї, закінчив з поганими звичками. Багато українців і досі з нетерпінням чекають повернення легенди на футбольне поле. А про його гол в 1/8 чемпіонату світу проти Швейцарії – згадують і дотепер. Ти готов до нового підпалу? Та, звісно, готов. Я завжди готов, на самом деле. Мені цікаво розмовляти з різними, з цікавими людьми, таким, як ти являєшся. Так що ми з тобою знайомі вже, і я думаю, що бесіда вийде хороша. Я вставочку зроблю, ну, ми, по-перше, 6 місяців готувалися до цього подкасту, тобто ми домовилися ще 6 місяців тому, і от щось постійно йшло не так, і нарешті ми зустрілися, запишемо. І ще одна ставка, хто не знає, Тьома білорус взагалі, українську мову він розуміє, але не знає, тому буде спілкуватися російською, правильно? Так, так. Так, ну що, давай почнемо з такого от самого резонансного, одразу це обговоримо, і потім ми йти далі, будемо йти далі. Приблизно місяці два тому Саша Алієв на просторі інтернету, в Інстаграм розповів про те, що ти перебуваєш в дуже важкому стані і ти потрапив в кому. Наскільки це правда? Наскільки це так і було? І взагалі, що відбувалося з тобою за той час, поки тебе не було в інтернеті? Раз уже Саша Алієв сказав всю эту историю в прессу, я думаю, это очень глупый поступок. Глупый? Да, с его стороны. Потому что... С тобой он не затверживал, типа, да, чтобы... Конечно, нет. Потому что, как бы, когда я уже могу сейчас говорить, хотя я не собирался никому это рассказывать, условно говоря, да, это моя ситуация, да, и об этом знали там изначально, там, буквально там... считанные люди. Угу. Но так как он рассказал всем направо-налево, что я в коме, придется рассказать вам эту историю. Ты не хотел рассказать про эту... Ты хотел, чтобы это была... личная история, да. То есть это было мое, Саша. И зачем кому-то, допустим, условно знать, но раз так вышло, то, то так сложилось, так получилось. Слава богу, я жив-здоров и сижу с тобой общаюсь. И все хорошо, что хорошо заканчивается. То есть, а с чего все началось, как бы, конечно же... Если начинать, мы смотрели футбол, то есть это было Реал Мадрид, Унион Берлин, мы смотрели его с Серегой. Это Лига Чемпионов. Лига Чемпионов была осенью, да. И вот мы смотрели футбол, и я там немножко, как обычно, в то время дал жазу, да, то есть там ромчик я попивал. Мы с Серегой поспорили, там, условно уже, когда заканчивалась игра. Да, говорит, так что мы разумели, что я разумею, кто такие Серега. Да, Сережа это мой товарищ близкий, мы с недавних времен очень хорошо дружим, он акционер букмекерской конторы, которая находится в Европе. Вот, и у нас как-то сошлись интересы, мы часто проводим время вместе, то есть думаем над всякими проектами вместе. Очень хороший, добрый человек, который напоминает меня немножко в его возрасте. Вот. Так, продолжим. Смотрим мы футбол, получается, что поспорили мы с ним, он говорит, ну, Тёма, надо уже, типа, мол, туда-сюда надо ехать, может, съездим, прокапаемся, там, съездим, как бы, в больницу, там. Серёга говорит. Да, я говорю, ну, подожди, там, подожди завтра, завтра, завтра. А что, тебе думаешь, было плохо? Или... Мне неплохо было, но я понимал, что как бы... Запойчик ушёл, короче. Что уже немножко, да, что уже пора с этого выходить.
И все оттягивал, оттягивал. А приехала Ирка Ашкенази, тоже подруга наша общая. Ну и мы поспорили, если там Реал выигрывает, то я соглашаюсь. Uh-huh. Едем прокапаться. Uh-huh. Условно, только прокапаться. Ну, как бы на тот момент была речь только об этом. Uh-huh. 0-0, 94-95 минута, Беллингем забивает. Ну, а Серега говорил, если Реал выиграет, то едем. Я говорю, ну, хорошо. Договорились, Беллингем забивает, 1-0 Реал выигрывает. Я говорю, ну, все, короче, собираем вещи и едем. Uh-huh. Ну, а время уже сколько, 23:45 там, uh-huh. а то уже этот вызвали, короче, больничку. Все, туда погрузились и выехали. Приезжаем, получается, приезжаем туда-сюда. Я там, да, сейчас прокапаюсь, типа, uh-huh. и по домам опять. Но в итоге сложилось так, что, как бы, да нет, молодой человек, вам нужно остаться. Я опять-таки без паники, без ничего, но остаться там, думаю, день-два, условно, и, ну, как бы, сделать все процедуры. Uh-huh. И все, я свободен, буду гулять, но сейчас я нормально uh-huh. вернусь там таким сразу живчиком, вот-вот-вот. И по итогу... Я засыпаю. Под капельницей? Да, под капельницей. То есть меня сцепляют, то есть я засыпаю и просыпаюсь, условно говоря, только через 6 дней. Через 6 дней. Саня, ты можешь себе представить? Через 6 дней. Но я на тот момент, когда я проснулся в первый... Ты думал, что это быстро было? Да, первое впечатление мое было, что ну, как бы у меня много было снов. Как бы отрывками, там, раз ситуация, два ситуация, три, третья ситуация, четвертая ситуация. И я думал, что я просто, мне дали какое-то снотворное, условно, и я, ну, поспал, может, часов 20-24. И когда я же, ну, у меня провода там, я просыпаюсь весь в проводах, то здесь торчит, здесь торчит, здесь торчит. Условно говоря, я просыпаюсь, ну, что происходит? Пацаны стоят там, я говорю, ну, здорово, здорово. Он говорит, здорово, ёб. Это нормально. Это 6 дней спал, типа. Ну, как врачи, типа, объяснили, и ребята, что я был 6 дней в искусственной коме. Друзі, на минулому подкасті з Раміною ми обіцяли розіграти $1000 між 10 людьми. Так от, скріни переможців минулого конкурсу, які вже отримали свої $100, ви можете побачити прямо зараз. Беріть участь у наших майбутніх конкурсах, адже ви самі бачите, що тут все чесно та прозоро. Ані тебе ввели спеціально в искусство. Да. То есть ты не, ты, короче, не пропав сам, да, не попав сам в кому, ты ввели в неї. У меня ввели искусственную кому на 6 дней, получается. А, яка ціль? Для чого? Ну, как, для того, чтобы, наверное, я не чувствовал себя очень плохо, повторюсь, но это, наверное, было необходимо уже на тот момент. Я даже сам не знаю, зачем они это сделали, наверное, другого способа не было. Угу. Когда там пришли там... медсестры, главврач, то есть они на меня смотрели такими глазами 5 копеек, когда я начал там что-то улыбаться, и сказали, что, ну, на самом деле тебе очень крупно повезло, и очень мало процентов, кто, ну, кто выходит. А чего? Но это очень опасно. Типа, вводити в искусственную кому, штучную кому, да, небезпечно. Небезпечно, да. А чо, ну, ти питав, типа, чому вони прийняли таке рішення? Ну, тут, вони ж по факту ризикували твоїм життям, коли вводили тебе в кому. Типа, но чого це так було необхідно? Ну, вони об'яснили тим, що це було необхідно, тому що іначе на капельниці тебе не помогли би, і ти би, ну, тебе б ще стало б хуже, да. Ага. І організм мог не видержати би. І... То есть, то, що ми зробили, це... Ну, конечно, был риск, как они говорили, но все прошло хорошо, ты крепкий, здоровый, слава Богу, и все закончилось хорошо. Хорошо, ну давай так, якщо своїми словами все називати, то в кому ти потрапив через алкоголь? Ну, естественно. А скільки був оцей запой по часу, скільки він? Ну, з повномасштабної війни, когда все это началось, uh-huh. вот тогда, наверное, это немножко депрессия пошла, немножко прилично, скажем, там, месяцем она нарастала, и, в принципе, я был один, все занимались, понятное дело, всем ни до кого не было в тот момент, и, наверное, было тяжело, но как бы какой-то процент алкоголя, да, меня спасал в, этот, uh-huh. в эти моменты, то есть я там выпивал, там, допустим, свою там, дозу, там, mm-hmm. то есть как бы я забывался об войне. Сколько это доза? Это сколько? Стакан в день, типа? Или? Ну, я не знаю, грамм 300, допустим, там, mm-hmm. ром или виски, допустим, в день. Mm-hmm. То есть, ты растягивал, типа, на да, целый? Да, да, спокойненько.
Но 30 это было длительно, это было месяцами, и понятно, что это было большое накопление. Накопительно, накопительно, да. И получается, из-за этого все на все ухудшалось, и вот чем это все закончилось. А типа, тут я хочу, знаешь, для себя розібратися. Тут виходить така історія, що ти там гасиш якусь депресію, виходить алкашкою, і ти не помічаєш, ну тобі непогано. Да? Да. І ти не помічаєш, що ти вже там півгода умовно п'єш, да. І ти все нормально почухаєш, типу, ти думаєш. Что тебе хорошо, организм, типа... Организм дает сбой, и потом уже ты начинаешь, ну, как бы выпивать, да, как по мне, вот у меня было, то есть оно уже даже не составляет, то есть, угу. То есть оно, условно, если я сейчас выпью, да, бокал вина, угу. Да, то есть там меня унесет, да, условно, организм сработает, но тогда, ну, ты как бы пьешь для того, чтобы, ну, выпиваешь, пьешь для того, чтобы было то же состояние, и тебе не становилось плохо. Хуже, точнее сказать. Вот. И оно накопилось до такого же момента, что уже дальше нельзя было продолжать, и медики как бы вмешались вовремя, так сказать. Ти коли вийшов з коми, в тебе відвернуло бажання пити? Чи було ще спочатку, типу, що хочеться до джазу чи ні? Та никакой джаза, Саня, ты что? Ну, ты відвернула одразу. Да, точно. Ну, у меня, во-первых, я все помнил, да, что происходило в коме. Какие моменты были уже после того, как я пришел в себя. Я лежал вот с такими штуками, то есть ну, без бинтами, кровать. Yeah. То есть, чтобы я даже, ну, как бы, у меня не было телодвижения там. То есть, мне хотелось пить, не хотелось там есть. Там, у меня вот эти вот руки. То есть, я просил докторов, там, развяжите там, условно, типа, эти штуки. Вот, и, конечно же, прошел, наверное, день-два, я начал все откручивать назад, как это все сложилось, то, что было в комике, ситуация, это вообще, это жесть. Ты прям помнишь сны? Вот, да, да. Да. А ты можешь поделиться хоть каким-нибудь одним, например? Да, ну я же, если уже начал говорить, то могу поделиться. Самое такое, наверное, что, может, кому-то будет весело. В общем, не знаю, откуда это взялось в голове. Мы с приятелем через интернет якобы узнали, есть дорогое кольцо, которое продает женщина в Турции. В общем, решили поехать на дело. Серьезно, я говорю, это без всяких шуток. Мы поехали, все, собрали вещи, поехали. Мы хотели ограбить, короче, женщину и взять у нее кольцо и уехать с ней. В итоге женщину убили. Представляешь, до такого сне было, что мы убили женщину, взяли кольцо и увалили оттуда, нахер. А ты чувак, ты просто реальность? Просто реальность, то есть как бы женщина убита, кольцо у нас, и мы просто тупо оттуда сваливаем, и все, след пропал, и вот конец, допустим, истории. Следующая история, я уже в 128, условно, это кафе есть на французском, там какой-то доктор попадается, который был доктором у меня Динамо Брест Беларуси. Он что там делает? Я думаю, такой, думаю, что он там делает? То есть я лежу тоже, опять-таки, привязаны к этим штукам, прошу у них воды, они ничего не дают, типа запрещают. Потом я еду, они меня ложат на каталку, они меня отвозят на левый берег в какой-то центр делать какую-то, я не знаю, там какие-то снимки для, ну, как бы для внутренних органов, что там происходит. Я как бы на каталке, солнце, я на каталке, мы на каталке едем, ну, какой-то бред просто, там делают эти фото там и так далее, и мы собираемся, едем назад, опять какой-то движ, то есть... И это со слайдами все происходило? Это слайдами, да, то есть это раз, потом там два, три, четыре, но потом ситуация такая, что я не понимаю, иду, ну, как бы уже по улице, и вижу, что несколько человек или пару человек, да, прохожих обычных, идут тупо в шапке, да, ну, зимние шапки, обычно как бы на шапке написано Тимми 10. Тимми 10, это мой инстаграм, как бы ник инстаграма. То есть опять думаю, ничего себе, типа, кто в моей шапке, хоть что вообще происходит? И это уже дальше мы немножко поговорим, после этого всего там я много о чем думал. Вот это те, как бы, три истории такими, какими, как слайдами. Понять что-то из этого, к чему одно к другому, знаешь, сложно, Саш. И вот так вот это происходило в течение 6 дней. Это как бы не то, что это было. Я поспал. Проснулся и пошел дальше. Пошел дальше. Это все происходило на протяжении почти недели. Ну, от після того ты не пив взагалі?
Чи щось? Ні. Ні хрена. Ні. І не хочеш? У мене стоїть ситуація просто. Ситуація. Все, я пам'ятаю. У мене стоїть ситуація, яку я не можу до сих пор викинути з голови. Чому мене приймають за тебе, Тайлера? А ти не знаєш? Ти взяв на мене кредит? Так, але це тут ні до чого. У тебе є маска мого обличчя. Друже, при всій повазі, міняти своє обличчя на твоє – це як Теслу міняти на твоє обличчя. О, ні. Ні-ні-ні-ні. Цього не може бути. Це неможливо. Ми Раміль і Еміль? Скруганий агрегат? Було б прикольно, але ні. Ти пародіїст. Ти просто гарно мене пародіюєш перед іншими. Ні. Ти прибулець з планети Нубіру і перевтілюєшся. Так, хорош. Це, блін, буде одна нескінченна рекламна інтеграція. Нас плутають, тому що ми одна людина. Що? Так, ти хотів змінити своє життя, але не міг це зробити. Твої бажання втілені в мені. Який ти? Ну, точніше, я насправді. А ти не бачиш? Красивий. Розумний. Багатий. А як я таким став? Дуже просто. Перший легальний та відповідальний бізнес, який платить податки та допомагає ЗСУ приблизити нашу перемогу. Ну, після тікома, після от этих всіх там капельниць, процедур, історія ж не закінчилась, как бы, і Вірка Шкіназі, тобто, посоветовала, говорить, слушай. Це хто? Давай, представь її. Ну, це давня подруга, це подруга Марини Суркіс, ага. Дочка. То есть, ага. Ну... Фамилия. Это людина, с которой ты давно уже знаешь? Это, ну, мы как бы одного года почти. Uh-huh. И мы, то есть, как бы всегда были в тусовках вместе, там, в те времена, в нулевых. Вот, и мы мало общались, но так появилась она в жизни, что как бы, вот, и она посоветовала хороших специалистов, психологов. После того, как я побыл там где-то месяц, пролежав в этой реанимации, потом там уже снимали мне провода, потом все легче и легче становилось, и она, ну, как бы порекомендовала, слушай, ну, раз уже такая ситуация, поедь к психологам, поедь побудь там, то есть тоже такой же, только там большой дом, ну, условно говоря, рехаб, да, словно нашим языком молодежным, там, то есть рехаби, там, рекавери, рехаб, то как называют, то есть, и там, то есть хорошие условия, угу. Столовая, то есть, ребята живут, угу. Такие же, то есть есть специалисты, которые там, каждый день у нас были лекции, да, психологи приходили с тобой, разговаривали, то есть ты рассказывал им свою проблему, почему так, почему это, каждый день у нас был итог дня, то есть со специалистами мы собирались, то есть как в таком зале получается, каждый, то есть распорядок дня там был свой, всем был подъем, 8 завтрак, то есть и так, то есть днем немножко можно было отдохнуть, а так все время были какие-то, как бы, то процедуры, то какие-то занятия специальные, так это тоже я там пробыл почти месяц тоже, mm. Вот, и там я был с ребятами, которых очень, очень сложная история, очень сложная, то, что, ну, как я себя чувствовал, Це ще по-божески. Для тебе зіграло те, що ти побачив таких людей, як соціальний доказ, типу, що, ну, я пав пити, я не хочу бути от... Одно із цих, то, що я там бачив, да, то, що люди, як вони виглядять, і потім уже, коли пройшло неділі дві, слава Богу, там теж був такий маленький уголок, куточок, там був велосипед, я себе там обустроился, там коврик постелил, то есть пресс качал, спину на велике ездил, и уже, ну, как бы после двух недель там постоянное общение, мы там, у нас воскресенье было там, это было на ВДНХ близко, мы mm-hmm. ходили в парк, гуляли все вместе, то есть общались, там сдружились, вот я недавно был у них, заезжал с тортиками к ним. Класс. Да, то есть вспоминали там, говорит, блин, Миля, типа, они же знали все, блин, каким ты приехал, ты что, у тебя такие щеки были, что с тобой, ты красава, типа, мол, тоже знаешь. Говорит, ну что, как ты уже там сигареты пацанам привез, там тортики, такое, что там. И люди, которые поступали, я просто на них смотрел, я просто, честно, просто... Мне, неужели, думаю, я таким же сюда приехал, то есть, глядя на них, которые вот люди приходят, приезжают, как они там рубятся со всеми, как им плохо, в основном это, конечно же, истории, связанные с тяжелыми наркотиками, это
это, там, амфетамин, кокаин, там, метадон. То есть я узнав стільки там названий, да, там... А ти до цього не вживав наркотики взагалі? Чи щось таке легке, типу? Легке таке. Типа трава така, ну? Ну, такой в отпуске. Mm-hmm. В отпуске я считаю, что можно все. На самом деле. Mm-hmm. Да я побыл месяц, да, умер. Если грубо говоря, там, и ушел, да, оттуда, там, и вспоминаю тоже всякие там истории, ситуации, там, то есть, а люди там по 3, по 4 месяца, по полгода, да, находятся. Того часу вы с Алиевым были кентами, я так разумею, что близко спілкувались уже, да? Ну, мы, да, считай, Саш, мы с 15 с половиной, наверное, 16 мы были вместе, там, да, это постоянно-постоянно все это перерастало. На начальном этапе, может, я не скажу, что мы там сразу как бы плотно общались там или сдружились, то есть я бы не сказал, но потом мы постоянно вместе там, и, то есть жили в комнате и играли, вот когда уже перешли, особенно там кто там, ребята перешли в «Динамо-3», мы перешли в «Динамо-2». Вот, и уже мы, да, мы жили в комнате, были, наверное, в отелях, в каких-то отелях не были с ним вдвоем, то есть мы постоянно жили. Відносини зіпсувалися, оце зараз, коли війна почалася, чи вони у вас не зіпсувалися? Ты знаешь, у меня, ну, у нас бывает такое, да, что, может быть, мы не общаемся, да, мы, то есть, он живет своей жизнью, там, я своей жизнью живет, но Саша иногда просто... Знаю его долго, вот он вот эту историю, да, он выпалил всем вот просто там налево-направо начал рассказывать за эту кому, да, за то, что случилось со мной. Но я бы никогда так не сделал. Я бы, ну, я не знаю, я бы 200 раз подумал, 300 раз подумал, навредит это, не навредит человеку, да. То есть я не знаю, почему он так поступил. То есть мы могли бы вообще об этом, да, сейчас с тобой не говорить. То есть и об этом бы никто бы не узнал. Да. То есть, кроме там Игоря Михайловича, который помог вообще во всей этой истории. Помог, да, Суркис? Финансово. Он, только он. Чекай, ну Алиев сказал, что он тоже чем-нибудь допомог. А Саша, я большое спасибо скажу и благодарен ему, что он приезжал практически каждый день морально. Приезжал, да? Да. У нас есть общий друг, Антон. А вот они вдвоем очень часто приезжали. Это когда ты уже потрапив в ком? Когда я уже вышел. То есть, они приезжали уже даже и до, когда я 6 дней лежал. Они приезжали даже, да, смотрели на меня, на минут там, как они рассказывали, на минут 15-20 они стояли, вот так вот просто, ну, в шоке, типа, от того, что происходит, то, что мы не можем, ну, допустим, с ним поговорить, вот они так рассказывали. Большое спасибо, морально, да, там они поддерживали, там Маша Ефросина приходила, приходили футболисты, там Денис Олейник, там Коля Морозюк, дочка Игоря Михайловича, младшая приходила. Яна, Серега, понятно. Ромчик Бэбах приходил. Большое спасибо морально. Но все сделал Игорь Михайлович. Все сделал. А чем допомог? Коштами? Да, конечно. То есть Яна говорила, когда приходила дочка, то есть он не переживает, там все нормально. Все даже об этом не думай. Ты главное, то есть выздоравливай побыстрее. И потом, когда все закончится, ну, просто папе наберешь. Я говорю, без вопросов, говорю, спасибо большое, передай, я еще лично сам позвоню, когда все закончится. То есть, еще раз повторю, тот же Жека, да, Селезнев, я к нему с огромным уважением, и, ну, я с ним в хороших отношениях, тоже рассказывать всем в медиа, то, что он не берет слуховку, то, что, ну, мало ли я, что я не беру слуховку, мало ли что еще. Может, я уехал в какой-то санаторий. Тоже все говорят, там, не появляется в соцсетях, да, условно говоря, там, куда там. Может, я хочу побыть в тени. Может быть, я не хочу в этих соцсетях проводить каждый день или там выставлять, там, что-то постить. Может, я от этого устал. Может, у меня какой-то такой сейчас, допустим, момент, я не хочу это. Почему сразу начинается, он что-то снимает, он что-то это. И вот это не надо рассказывать просто. Не надо было выносить вот это все, что знают все. Ну, хорошо. Но вот вся история с алкашкой, она же началась с тебя еще, когда карьера была. Тобто в тебе, тебе прям хотелось отдавать трошечки выпивать, насколько я разумею, да? То, что в тебе же по факту, как в «Динамо» ты зажигав пиздец. Ну, как сказать, Саша, я же не мог. Не, я имею в виду зажигав, типа, граф. Ну, на ебатом уровне. Вот тоді всі, я пам'ятаю цей період, у мене були футболки Мілєвський, Алів, і тоді всі молилися, типу, на вас двох.
по факту в Україні. Ви були найкращими футболістами в Україні. Тоді ж сватили тебе в які клуби? Які тоді? Ну, Фіорентіно, Порто. Це хорошо, що зараз... На то время було топ, там серія яка була, ти ж пам'ятаєш, які люди там грали. Хорошо. І що тоді пішло не так? Це от алкашка стала якоюсь одним із пунктів, чого не вийшло? Может быть. Тогда, Саш, мы не могли каждый день выпивать. У нас было 3 игры в неделю. Uh-huh. Мы играли на выходных. В воскресенье мы играли либо Лигу чемпионов, либо Лигу Европы в четверг, uh-huh. либо опять, и потом опять тур, как сейчас играть. Но мы не могли выпивать. Это чисто, было раз в тыжень, да? Чисто физически раз в тыжень, там после игр, там, да, там, может, пиво попить, с ребятами uh-huh. посидеть. То есть, а тогда не было такой истории, типа, что там вы нахуй? Или Драбадан просто там. Не, ну, мы могли в Драбадан там посидеть. Но это было после игры, условно mm-hmm. говоря, все. Mm-hmm. Потому что через 2-3 дня надо уже выходить и играть, и тем более надо выигрывать, потому что, ну, Динамо Киев всегда надо выигрывать, неважно как надо. То есть ты не мог себе позволить там за день там, условно, до игры там нахерячиться и выходить играть. То есть это, ну, за 3-2 дня максимум. Если Динамо Турция была, чи Хорватия? Турция. Турция. І... А мала бути умовно Фіорентіна. Чого була Турція? Ну, не договорились ми з Михайловичем тоді, з президентом Динамо. Михайлович Суркіс, президент Динамо Києва. Київ, да. Ну, тоді не захотів відпустити. Потім, під кінець вже був шанс в Ліворно. Це теж в Італії, в Серії А. Я дуже мечтав попасть в Серію А і хотів завжди там грати. Ну, не договорились мы по условиям, то есть он хотел, что какие-то деньги за меня, у меня заканчивался контракт, но у меня заканчивался контракт не там 31 августа, как у всех, а у меня получился такой контракт, агент помог. Он заканчивался 6 сентября, то есть, по сути, закрывалось трансферное окно. Тобто 6 дней. Глобально. Зіграли таку різницю. Да, і відкрит, ну, как бы, окно було відкрите тільки в Турції. А-а-а. І у мене залишився шанс тільки попасть в Турцію на той момент. Окей, ти потрапив в Турцію, там не пішло. Не пішло, да, хоча я дуже рассчитывал, там дуже сложна ліга, на самом деле, дуже цікава. Мені тоді ще Рібров говорив, що, смотри, там, ну, как бы, там серйозні, там, коли він грав, говорить, там серйозні люди, і в кожній команді є хороші футболісти і зірки. І, ну, понятно, что ехал с надеждой, там контракт был очень хороший тогда тоже в Турции. После того там, после Динамо. По грошам, да, хороший? Да, хороший был контракт, то есть и все, я ехал с надеждой там туда-сюда, то есть тренировался, работал, но... Що там, блядь, не пішло? В тебе ж Динамо, по факту, даже коли ти переходив в Турцию, ти Динамо був на високому рівні. Ну да, ну, как бы я не играл, сколько, ну, считай, зимы, когда Владимир Ильич Блохин... Игра через конфликт, или да? Ну, через конфликт не взял меня на сборы, и все сказал, что не будешь в первой команде, ищи команду. Ну, вот я этим и занимался, то есть мы искали разные варианты, но получилось в Турцию. А за те півроку ты втратил форму туди чи ні? Ну, и, конечно же, я втратил форму. Конечно же, мне надо было пройти по-хорошему, мне надо было пройти с командой сборы, то mm-hmm. есть, и тогда, может быть, я выглядел бы лучше. Ну, я как бы выходил на замену, там набирал, то есть форму потихоньку, вот, как бы, но сколько там, одну передачу отдал, один гол забил, по-моему, за все выходы на замену. Угу. Но и проблема еще была в том, что не платили деньги. Не платили? Не платили деньги в Турции. Мы писали письма всей командой, то есть Федерацию Турции, и они просто все над нами смеялись. Там три брата президент, uh-huh. ну, как получается, они втроем руководили клубом, и каждый приходил, они как в понедельник приходят, один брат, во вторник приходит другой брат, в среду третий брат, потом они меняются, и каждый день все время что-то обещали, то есть каждый uh-huh. из них, ничего этого не было. А, приехал один человек, который предложил помощь, то есть, uh-huh. условно, он сказал так, перед Новым годом это было, вот, может быть, даже вот, в этих числах, как бы то, что если тебя устраивает такой вариант, то есть мы тебе давай до марта можем платить все этих 5 месяцев, которые ты находился здесь. То есть mm-hmm. это август, там получается... Сентябрь, октябрь. Сентябрь, ноябрь, декабрь. Mm-hmm. Эти месяца мы тебя готовы оплатить, а у меня контракт был на 3 года. Остальное, типа, мы с них получим,
но по своими путями и чуть-чуть позже. Угу. Если тебя устраивает, так давай. Я говорю, долго не думаю, говорю, ну, хорошо, если так, мы расторгаем контракт с Турцией, то есть я улетаю в Майами, угу. все хорошо, то есть деньги есть, там деньги будут в марте, да, условно, за эти 5 месяцев. Ну, мы, короче, продолжаем отмечать Новый год, то есть угу. туда-сюда, вот такая, короче, история. Хорошо, а потом ти ж... Ти скільки ти був в Турції? Оце півроку? І ти потім не повернувся жити? Ні, не возвращався. А, ви розторгли на контракт. Охренеть. Да, я дуже злой на них. Я дуже злой на себе, що я привез эту красную машину туда. Угу. Я ніколи себе цього не прощу. Ви розкажи зараз, щоб люди розуміли. Я говорю про Феррарі, що вона стояла в Києві, ну, вона ж була перед всеми, что у меня я в Турции езжу на этой машине. Ну и как бы у нас был в Киеве водитель знакомый, который нас там по вечерам, по ночам иногда возил. Угу. Вот. Ну и мы как бы дали задачу перевезти машину с Киева в этот Газиантепспорт. Угу. По итогу на пароме как-то через Одессу, через какими-то путями там, в общем, привез машину и я там ездил на ней, но недолго, как оказалось. Ты же там разбился, да, в Турции? Да, и... Ну, опять-таки, все думают, что опять, конечно же, я был выпивший, но было не так. Мы, у нас была игра в Стамбуле, мы подлетели на игру, получается, и... То есть выиграли, даже, по-моему, хорошее настроение, мы вместе с командой посидели в ресторане, был день выходной, мы пошли погуляли по Стамбулу, то есть назад надо было возвращаться уже своим ходом, так как команда уехала. Не вопрос, сел в самолет, прилетел утром, и машина стояла в аэропорту, то есть сел, я там недалеко жил, кстати, вообще абсолютно нормально, и поехал домой под утро. Mm-hmm. Тогда в бардачке, тогда еще модно было, был такой iPod, знаешь, mm-hmm. музыку переключать. Для того, чтобы переключить музыку, надо было, то есть, uh-huh. вот, uh-huh. как бы бардачок, типа, там, пощелкать, переключить. Ну, я немножко разогнался. Получается, хайвей этот... В Стамбуле. В Стамбуле. Ну, уже под Стамбулом, да. Типа, мол, я прилетел в Газиантеп, и уже, когда выезжал домой, ну, то есть, просто я, наверное, не вписался в паровод, ну, этот, в паровод. Uh-huh. Поворот... И потом вспышка такая, запах, все дымит, подушки, штырь вот так вот торчит, как микрофон. Ну, ужас, короче. Я давай выбивать это сиденье, которое справа находится. И, получается, быстро все приехали, полиция, скорая. Потом у меня забрали права тогда. Угу. Дали мне день выходного, я помню. Но ничего такого криминального, то есть не было, ничего не пытались искать. То есть я побыл дома один день и присоединился к тренировкам. Угу. Феррари в тотал была? То есть уже не, без восстановления? Половина передка вообще не было, то есть половина машины. Так сказать. А что ты с ней сделал потом? Мы продали на запчасти. И сколько ты с нее выручил? Там 1050, наверное. 1050, а стоило? Стоило 290. Смотри, а от в тебе взагалі, як ти до грошей? Скільки зарплата в Динамо була в місяць? 1,5-1,6. В місяць? 1,5 мільйона доларів. Куди ти їх, блядь, ділав? Ну, где? В основному... Бо... Це 12-13 мільйонів доларів. Щось так. Ні, більше, 15. Да нет, нет, что ты теперь, подожди. Это в год, да нет, это в год. В год полтора миллиона. Это в год, да. Я думаю, куда ты в месяц делал полтора миллиона. Нет, это я сейчас насмотрелся этих зарплат, которые сейчас. Полтора миллиона долларов в год. Год, да. Все. Ну, то это не так уж и... Ну, это много, но я думал, что там было больше зарплаты чего-то. Ну, у ребят Шахтера тогда были побольше. В ДК было... Ну, у нас было так скромненько по сравнению с Шахтером. Сравнение Шахтером. Хорошо. І ти коштами як розпоряджався? Тобто ти якусь нерухомість не купував? Ні, у мене Мінськ є. А, покупав? Квартира, ну. Зараз не дуже є? Да, да. Одна квартира? Да. Це, типа, все, що ти купив? Ну, да, і машини порозбивав. Хорошо, а куди в основному гроші ти витрачав? Тоді? Ну, в отпуск. На... Я дуже багато в отпуск тратив гроші, тому що у нас був завжди дуже складний сезон. Я как бы забывал об этом. Я в футболе забывал на месяц, и то есть мы там делали вечеринки, делали там, наводили движение, то есть uh-huh. дискотеки тогда модным было все это. Uh-huh. С родителем, понятно, заезжал домой, оставлял деньги. Uh-huh. То есть очень многим помогал в то время.
Да, не жалел. Ты щедрый взагалі, я чув, що постійно платив, закривав рахунки. Ти, да? Я нічого не жалів, хто рядом знаходився, вони жили завжди в достатках. Хорошо, от коли почалась, ти кажеш, повномасштабна, ти залишився сам. Батьки, типу, як? Який контакт з батьками? Во-первых, я скажу, что мы общаемся каждый день практически сейчас. У меня отличная семья, я благодарен Всевышнему, что они у меня есть, что они меня так воспитали, угу. Правильно. У меня есть любимая сестра. То, что касается войны, мы никогда не говорим на эту тему. Мы ее не обсуждаем в разговоре, в личном, разговоре. Да. А? Они иншую сторону. Они, как сказать, никто не потребует убийства людей, да, которые сейчас происходят, вот это всю эту, я не знаю, какую-то мерзость со стороны России. Угу. Кто может это поддерживать, нормальный человек? И я почему не говорю по всему? В целях безопасности, да, моей семьи. То есть я не буду говорить там много про нее. Угу. Потому что в силу того, что они живут в Беларуси, в Минске, там сейчас такой режим, он всегда был и таким будет. Поэтому я воздержусь об этом, и это останется. Но повторюсь, что они меня поддерживают и очень переживают, и переживают за эту ситуацию, как каждый день. То есть мы как бы... У вас гарні стосунки. У нас отличные отношения. И всегда будут и были. Господа, ну, як ви бачите, ми вже дуже довго знімаємо проєкту, більше року. Аудиторія дивиться, але не підписується. Дуже сильно хотілося б, щоб ви підписались прямо зараз на канал. А за це я вам, давайте, подарую футболку з автографом Артема Мілєвського. Просто підпишіться по-братськи. Любов до футболу. Звідки з'явилася? Зазвичай це або батьки, або там старший брат. Ему отдать должное надо, что с раннего детства он меня постоянно тягал на стадионы, и то есть как бы со мной занимался. Потом пришла уже, ну, как бы пришел тренер набирать на районе в школе там маленьких детей. И, ну, как бы, вот так бы как бы все началось. Потом нас перевели чуть-чуть дальше. Тоже начали заниматься. У нас тоже были сумасшедшие условия тогда. На тот момент по детям у нас было там 20 полей. В Минске? В Минске, да. Они до сих пор существуют. То есть там раздевалки, души. То есть, ну, так, на тот момент это было вообще... Ну да, для детей это космос. Это был космос. То, что сейчас, это что тогда, это был космос. И... такой, как я, допустим, этим воспользовался. И когда все, начался этот переезд, мне это очень помогло. Как ты вот опинився в Украине? Тогда еще, когда не было этих военных действий, не было войны, не было вообще даже ничего, как бы мы... Был такой турнир Кубок Содружества. Мы тогда, это было, наверное, нам лет по 15, собрались все сборные, там, Украина, Украина, кстати, Беларусь, ну и все остальные, не буду говорить названия. Вот, и мы играли как бы турнир, две команды, сколько было, две группы, по четыре команды. И получается, в полуфинале мы играли с Украиной. Как ты думаешь, мы сыграли? Сколько років ты был? Наверное, 15 или 14. Мы проиграли, ладно, не думаю, не угадаешь. Мы проиграли 7-0. 7-0. Да, Украине в полуфинале. Вот. Блин, жутко расстроены. Как это мы? Типа, мы же типа, в порядке. Ну, мы тогда хорошо, у нас хорошо было. А там была Латвия, Литва, да? Вот, ну, вот это вот, да. Ага. Латвия, Литва тоже. Угу. Вот. И... Ну, все, вернулись на родину, в Минск, получается. И... Позвонил тренер Павел Александрович Яковенко. Он разговаривал долго с родителями, пригласил в Киев. Ты побачил на этом матче, да? На этом турнире. На этом турнире он пригласил в Киев. Так и так рассказал, какие условия, что будет, что ждет. Ну и папа, долго не думая, меня там за руку, сумку. Там мама не отпускала, там боялась, переживала, но мы приехали в Киев. Нас повезли в Кончу-Заспу, не там, где Динамо сейчас, а рядом немножко есть Олимпийская база, сумасшедшие тоже условия были, и как бы нас было 20, 22, 23 человека, тот же Алиев,
и еще пару ребят были с Москвы. Остальные были все украинцы. Был я с Беларуси, и еще один хлопец был с Беларуси. Вот. Получается, что вот так мы начали заниматься. То есть нам хорошо, что были мы все вместе. Очень много ребят играли в высшей лиге Украины после выпуска этой академии, можно так сказать. И, ну, у нас были хорошие условия, но мы очень много тренировались. Нас попытались отправить в школу, там была рядом школа, мы ходили в школу, но это было только как показуха, может быть, какая-то, что мы там что-то учились. Да, для батьков типа, да? Ну да, для батьков типа. Угу. Что вот ребята, они только занимаются, ходят в школу. Конечно же, украинским пацанам было, наверное, попроще, потому что они уже учились, да, до этого. И, ну, то есть они легко воспринимали, мы... Допустим, писали как-то. У нас был свой специальный класс, и мы писали украинский диктант. Да. Это же Академия Динамо Киева была? Нет, это как бы не то, что Академия Динамо Киев. Потом-то понятно, что мы все перешли. Кто в Динамо 3 был, Динамо 2, да. Все мы перешли потом. Но это как бы Академия была как... Как РУФК, типа что-то, нет? Типа как РУФК, как интернат. Но это Академия, и получается, что мы как были юношеской сборной Украины. А. То есть они сделали, но опять-таки для этого нужно было смена гражданства. Угу. То есть нас готовили как вот там U15, да, вот нас подготовили U15. Мы там играли, допустим, ездили на турниры, готовились. Потом пришла очередь U17, опять-таки на базе этой академии делали вот эту команду. И, конечно же, пацанам, которые с Украины, ничего не надо было делать, не менять паспорта, то есть... Это классно было, всех устраивало, но с Москвы ребята тоже, вот сколько было, человек 6, наверное, 7 тоже без проблем поменяли, ну, гражданство. А кто-то может какие-то прозвища назвать, а кто-то был? Ну, чи-то... Андрей Прошин, Сергей Пучков, Саня Алиев. Он же из России, точно. Ну, это же Хабаровск. Да и ребята поменяли, но когда делаешь, я так тоже уверен, там, приезжаю домой, типа, вот-вот. Я вот так вот решил, что тут решил, типа, без нас. Угу. Ну и все там, я говорю, да как, говорю, там все согласились, типа мы там одна банда, угу. Все, мы там едем на Европу, вот, типа, нет, и все, типа. И, ну я возвращаюсь, там у нас была неделя выходных, мы возвращаемся в Киев, все довольны, я такой приезжаю, ну, меня вызывают, так, что там, все нормально. Я говорю, да нет, говорю, там родители не согласны, там, и, ну, ничего, наверное, не получится, да как там, такой этот резонанс, типа там, тренер, давай звонить родителям, там батя не соглашался долго, но по концовке я помню, что уже даже помню, дали самолет частный, типа, мы вдвоем с тренером полетели в Минск, да, даже такое событие было. А сколько тебе было, Таня? Я не знаю, там такие еще обеды приносили, знаешь, в этом бизнес-классе, типа такие, на тот момент. Вот, и мы полетели днем, там мама стол накрыла, то есть там, ну, они посидели, там я в комнате был, может, выпили, я там не знаю, там, может, нет, там, ну, вообще не договорились. Угу. Все буквально за пару часов, мы сразу же от такси, глаза квадратные тогда, в аэропорт назад, все, прилетели, все, готовимся, и так, короче. Офигеть. Так и получилось. Тебе до сроки 17 было, да? 16. Дивись, колись в интервью Рамини ты сказав, ну, что давай я процитую. Сложно быть с одним человеком в плане секса. Мне нужно разнообразие. Это не распущенность, просто я такой. Але при цьому говорив і такі речі. Не можу понять предательство от жены или от человека, с которым ты живешь. Типа, это как вообще? И у меня есть опасения, может, из-за этого я до сих пор один. Изменное предательство — это одно и то же. Не думаешь, что эти фразы себе суперечат? Нет, ну это я себя имел, это я, типа, мол, а ну, жена не может такого делать. То есть, типа, ты можешь, жена не может? Ну, если никто не знает, то да. Расскажи свою позицию на рахунок цього. Бо, ну, я розумію, що це за позиція, але для людей. Ну, для людей. Я це розумію. Для мене жінка, ну, вона повинна бути, тобто для неї робити, там, все, вона повинна, ну, як би, за тобою ухаживати, там, ну, она должна иметь свое «я», она должна быть с характером, обязательно чувство юмора, то есть это вообще без него. Должна понимать шутки, должна быть на одной волне, должна быть... Ну, для тебя должна ты иметь в виду. С тобой, да, с тобой быть там, другом, да, помогать там везде. Там, я там должен то же самое так же относиться к человеку. Но я такой человек, ну,
как не получается, допустим, у меня быть с одной. Я, может, ну, конечно же, не люблю человека, с которым там сплю, да, словно это чисто физическая измена, там, чисто физические действия, да, какие-то, но при том я ничего не испытываю к этому человеку. То есть раз, и пошли дальше. Вот. И пока я один, и, наверное, сколько мне уже прилично, но я очень переборчив и в этом плане. Поэтому, ну, пока есть как есть. Вот всі стосунки, в яких ти був, у всіх зраджував чи ні? Да. Чи у всіх тебе палили чи ні? Ну, бувало діло, да. Ну, не у всіх? Ні. Як, блін? Ну, типу, ти ж, тебе знають всі. І що? Ну, яким чином, дівчата, з якими ти спав? Так. Не розповідали потім, що, ох, я з Мілєвським переспав? Ну, так, как они, что, нікому не розказують. Так, слушай, ну, можна розказати там много чого там. Кто с кем спал, ну, надо же идти. Доказательства имеют, там что-то такое. А как? Коли палили тебе, какие были доказы? Что точно ты зраджував? Ну, типа, ты приходишь домой, мала каже, ты мне зраджував, я знаю. Ты кажешь, как? Ты знаешь, чего ты взял? Просто, как бы, я такой, ну, сразу расставлял приоритет, да, допустим, какой-то, когда какие-то отношения, да, начинались. То есть залазить в мой телефон нельзя. Все, это табу, да, условно. То есть это мое личное пространство. Ты знаешь пароль, то есть пароль неизменно уже, я не знаю сколько, но в телефон мы залазить нельзя категорически. Не знаю, что будет, если ты залезешь, но это твой. Вот, пароль ты знаешь. Ну, и, как бы... Залазили в телефон, короче. Залазили в телефон, да. Что? Показывают, с утра будет, но показывают. Я говорю, что, хорошо, я тебе что говорил, условно. Говорю, ну что, конец, все, конец истории. Знаєш, і так далі. Що я чув, знову ж таки, це вичитано, знаєш, десь якісь слухи, десь якісь точки зору інших людей, але багато хто каже, що багато, ну, футболісти частенько брали участь в оргіях. Разом. Ну, типу там, до якихось ескорт замовили, десь там ще якісь історії. Правда чи ні? Ну, як би, я не фанат такого, звісно. Такой истории, там, чтобы там втроем 3 в 1, там, или 2 в 1, там, да. Ну, бывало там 2 в 1, там, такое, там, там по-разному, там, девочки, там, и я один, да, допустим, там, и, там, бывало там 2, там, парня и одна девочка. Но это так как-то не очень, как-то комфортно. Лучше наоборот. Хорошо. Но это были футбики, чи не? Да и футбики, и теннисист один известный. Ага. Яка от максимальна сума, яку ти витрачав на ескортницю? Є якась така? На ескортницю немного. Ні, около на то время $1000, наверное. На то время це коли було? Ну, нульових. Це дохуя. 2000, ну, 2008-2009. Вони зараз так коштують. Зараз, наверное, подороже, не знаю. Ні, полтори. Полтори зараз, а ти знаєш, що ли? Я понял. Я холостяк, що ти. Да, ти в розводі зараз, да, наскільки я знаю. $1000 – це дохрена лата. Це як зараз тисяч. Ну, хороше, блин. Це як зараз тисяч 6. Я навіть не знаю, що це за 6 тисяч доларів має бути за ескортниця. Та, ну, я б не сказав, що, типу, вау-вау-вау. Там... Може, це просто для тебе такі прайси були? У мене є клієнт, який дуже багато заробляє. І для нього ціни зовсім другі. Може, це була така сама історія, що для тебе ціни були трошечки вищі, ніж для інших? Ну, я не знаю. Ну, от такі тоді були ценники. Ага. Но опять-таки это не было часто, так что. Ага. Что на рахунок детей взагалі? Плануешь или нет? Ой. Чи child free, как зараз модно казать? Да, да. Я, мне кажется, если так дальше будет продолжаться, то я пойду по пути одного известного футболиста. Роналду? Угу. Суррогатной матери? Ну, я так. Мне, знаешь, мне сначала в эту шутку все время говорили. На протяжении уже, наверное, лет 5 там все подкалывали. Там. Даже, ну, я в отношениях был, мне уже даже в отношениях там, девочка говорила, что все ясно, говорит, ты, наверное, от суррогатной, говорит, да, больше, типа, да. Я говорю, да не знаю, говорю, как получится, говорю, там то, это, знаю. Но это может быть все.
Давай зараз таку штуку зробимо. Я не планував, я не готував навіть фотографії, але зараз чисто зорієнтуюся. Подивимось твій смак на дівчата. Ти буду просто показувати українських відомих дівчата, ти будеш казати, чи подобається тобі вона зовнішня чи ні? Ні, ну зовнішнє, слушай, внешнє. Ми чисто по зовнішнє будемо. Чисто по внешнім? Да. Ну, це може бути, кожна може сподобатися по внешнім. А, да? Ну, давай перевіримо. Ну, давай перевіримо. Я тобі буду показувати, знаєш, я думаю, що ти трошки зараз в інфопросторі, там, медійному, не так орієнтуєшся, як раніше, бо зараз вже дуже багато інших зірок. Типу, яких ти можеш не знати навіть. Слушай, ну, звісно ж. Давай будемо пробувати. Нічого не буває в вічному, знаєш? Давай, Лера Скайлер. Начнем з неї. Так. Сейчас можна этот, я нажму, увеличу. Саша? Не. Не? Кудряшка сдил. Саша? Кудряшка сил. Хорошо. Так, и там далее. Аня Алхим. Ой, Химка. Любимка всех, по-моему. Я ее обожаю вообще, честно. Тоже. Я даже фотки смотреть не буду. Мы с ней так зажигали в 21-м году. Да году. А что ты можешь на УАЗе подзажигали? Не, там без этого, без секса, без ничего. Не, там такого не было. Но она такая компанейская вообще, вот такая вот. Ну вот, плюс или нет, Аня? Плюс поставим, конечно. Окей. Давай. Амина. Ты знаешь, как бы она... Ну, она не мой формат. Не твой смак. Она, может быть... Она, наверное, думала, что она всем нравится, как мне показалось. Когда я был, получается, у нее в гостях на интервью, мне показалось, что она думает, что она всем нравится. И... Ну, такая немножко завышенная у нее самооценка. Но это не мой формат. То есть, как бы по общению, как бы, ну, мне хватило там, сколько там это шло, да, съемки. То есть, но мне показалось, что как бы что-то нет. Забавно, вона вчора в мене була на плакасі, тут теж. І забавно, що ми розкрили, що в неї дуже багато комплексів, і насправді вона не така сама впевнена, як ти собі навіть там, як ти собі свою. Може бути, це і комплекс, роль. Понімаєш? Роль, так, да, це роль. Може бути, це, да. Да, хорошо. Знаешь ей? Чем с видос посмотрим. Ты как батя сейчас с вами даже, знаешь, как бы батя показал малу. Ну что? Не знаю. Не знаю, но видел где-то в инсте. Ну хорошо, и что? Тут плюс? Тоже не? Нет. Квіткова не подобається. Ага. Танці кіти. Хорошо. Так, ну ти казав, буде кожна. Ще не одну не вибрав. Та ні. Джері Хейл. Джері Хейл. Не знаєш, що це? Вона певиця, так? Да? Так. Зараз дуже відомо. Відомо. Ну що, ні? Ні. Що, я більше не буду показувати, тому що це буде дуже... Ти казав тільки, що мені, що це буде кожна. Так ти яких-то показував, успішних, тільки там музикантів показував. Я тобі відомих показував, так. Але, типу, я тобі показував абсолютно всіх, яких вважають симпатичними і гарними. Ну, у мене свій вкус, на це ти... Ну, я до того, що ти не вибрав всіх, як ти казав, що це буде кожна. Бач, ні? Ну, так. Да. Ребятушки, як ви бачите, у нас дуже сильно різноманітні гості приходять, і в тому числі завдяки вашим порадам в коментарях ми їх обираємо. Тому прямо зараз зупиніть випуск, напишіть, будь ласка, гостя, кого б ви хотіли побачити в наступному випуску подкасту «Формула Волошина», і буду дуже вдячний, я нагадую, якщо ви підпишетесь на канал. А як ти от, ну, я не можу не запитати, як ти за чим допомагаєш? От ти ж зараз в Україні, ну, в тебе українське громадянство, все одно ти українець. Як і чим допомагаєш зараз? Ти знаєш, що коли багато зарабатував, да, багато було грошей, там туди-сюди, то ось я допомагав дуже багатьом людям. Кожному приїзд на заправку, да? Кожному приїзд куди-то, де-то, там я де бачив людей, які, ну, явно нуждается в чем-то, там, в каком-то бутерброде, в каком-то кофе, там, в каком-то круассане, там, и так далее. Я помогал и никогда об этом не говорил, то есть никогда это, ну, сделал и забыл. То же самое сейчас мы вот с Серегой, то есть вместе, мы не афишируем, там, мы помогаем людям, которым плохо после каких-то
штурмов, после каких-то травм, ранений. У меня есть доктор знакомый, то есть либо мы направляем туда, я советую поехать людям, то есть либо мы помогаем, чем можем, там, ну, допустим, там, продукты, там, Сера недавно покупал, то есть бабушки. Очень много количества, я не знаю, как это может помочь, но очень много поступало предложений, там даже просьб, можно сказать так. То есть это я все делал бесплатно. Дети, допустим, родители, да, которые на войне сейчас, они, не знаю, у тебя тоже, может, такая история есть. Я не знаю, чем это может помочь, но они просили, допустим, какие-то поздравления. То есть, их тебе сказать за цену. Да, поздравления. То есть, кто сейчас находится на фронте, на войне, там, может быть, это не сильно большая помощь, но просто поздравить с днем рождения, мне 15 секунд времени, да, или 20 секунд, мне это вообще ничего не стоит. То есть, я там записал себя там на селфиях, да, допустим, отправил огромное количество спасибо, там, и таких за это время было, ну, я не знаю, не сказать, что там миллион, там, ну, раз там 50 или 60, допустим, я поздравлял людей, и то есть за это вообще там не за деньги говорю, там вот знакомый сейчас тоже там, Тёма, как там, сможешь что-то? Я говорю, ну, говорю, понятно, что я не зарабатываю столько, да, условно, как раньше, но там на сигареты, на какие-то подарки там перед Новым годом я там переслал там, ему деньги. Опять-таки это чисто между нами, я не афиширую, это все это не улаживает, это фонд там или что, как сейчас, я как бы привык так делать все время. И понятное дело, что это все как бы, ну, это никто не видит. На самом деле мы занимаемся и помогаем, и переживаем за всех, которые там находятся. Очень я ощущаю это, как и ты, как и все люди, которые здесь находятся в Украине. Они уехали хер знает куда и вещают оттуда непонятно что. Вот. Какая премия в тебе была найбільше за твою кар'єру? Не знаю, за що там, за забиті голи, за перемогу в чемпіонаті, за те, що ви вийшли з групи в Лігу чемпіонів, не знаю. Наверно, за цей чемпіонат міра, скоріше всього. Чемпіонат міра, так? Да? Так, коли ми пройшли пенальті, коли ми пройшли Швейцарію і програли потім Італії в четвертьфіналі, ми приїхали, я пам'ятаю, 21 год, це було літо, і деньги, ну, призові давали, виходить, я не знаю, в сентябрі, може, в августі, там, коли збірна вже збиралась, то и тогда давали деньги. Ну и мне Олег Владимирович там говорит, зайдите, по-моему, там надо бабло тебе отдать. Я говорю, да мне то за что, типа, ну там за чат мира, там, ты же там играл или что-то там играл, как обычно. Я говорю, ну да, играл, типа, по-моему, туда-сюда. Ну захожу к нему и этот... И он мне дает, типа, там, 15 карточек, типа, мол, таких, вот, типа, мол, приватбанковских, таких разовых карточек, типа, 15. Я говорю, ну, типа, ну, каждой карточке по 10, типа, мол. Я 10 говорю, тысяч долларов. Да, я говорю, по 10 чего, типа, говорю, он говорит, да что ты вообще, говорит, это тут, блин, 10 тысяч долларов на каждой карточке. Я говорю, что, ну, говорит, едь в банк, что, говорит, что-то не соображаешь, что делать? Я говорю, едь в банк, снимай деньги, если хочешь. Я такой, ну, то есть, так, взял, так свернул, такой, что выхожу, раз, два, три, такой, пересчитал в карман. Ого, думаю, погнал. Все, уже жду, когда эта игра закончится, сборная закончится, чтобы выходные были, знаешь, чтобы в банк поехать. Типа, может, какой-то этот подъеб или что. И в итоге, ну, поехал, все, типа, дали такую сумочку, типа... Они все отсчитали, 15-150, купился туда X5. Ага. Поддержанный, правда, ну, старый, знаешь, с бумера фильма. Ага. Вот, за 1070. 1070, ну, да? Да, тогда стоило 70 тысяч. Там 1050 пробега еще было. Ну, он такой был надутый, прикольный. Ага. Но остальное там уже... Прогудел? Прошло, да. Зараз на месяц тебе сколько грошей треба? Ой, сейчас аппетиты поубавились, я могу спокойно, я как бы, я же говорил всегда, я могу на такси ехать, да, ездить там за 10 долларов, мог и на Феррари ехать за 290 тысяч долларов. У меня как бы такое воспитание, что я как бы могу и так, и так. Uh-huh. И это я очень люблю в себе такую черту. Поэтому, ну, мне хватает сейчас, не буду говорить, сколько мне хватает сейчас. Значит. Да? Да. Uh-huh. А зарабатываешь как-то сразу? Рекламы, то есть, опять-таки, я смотрю по людям, да, кто там, допустим, какой-то, ну, опять-таки, поздравление, допустим, ну, вот, приедь, поздравь, там, условно, там, родителей, там, или какой-то банкет, да, там, просто приехать, там, я вижу, если люди зарабатывают, ну, как бы, не бедный класс, да, какой-то, вижу, что, как бы, там, мы выставляем прайс, да, условно, то да, а так, ну, реклама, то есть, там, в основном на этом.
А коли ти приїжджаєш, наприклад, за кошти привітати якихось багатих людей, то ти приїжджаєш і просто з ними висиш? Чи як це відбувається? Ну, да, просто з ними, тобто, определенне кількість часу ти з ними знаходишся, все, там, допустим. Там підходять, фоткаються, питають теж. Так, так, так. А скільки ти машин розбив? Ну, X5. Розбив теж? Ну, понятно. Как без этого? Понятно. Не, ну как я их разбивал, потом собирали же их, ну, как бы я продолжал же ездить. Не то, что я разбил и все, и перестал ездить. Это с Феррари просто так получилось. И как бы X5, и потом. Че потом? Потом. Мазерати же был. В том Мазерати. Он сгорел вообще. Вообще горят, история такая существует, миф, что ее подожгли. То есть она ни с того, ни с сего, настала на парковке. Как бы обычный такой день. И я помню, прилетел поздно, откуда-то мы с Эстонии прилетели, играли. Ну и все, там весь кадик, там туда-сюда, после игры сидим. День выходного, мы что-то засиделись, а 6 утра было. И забегает, ну, звонит дверь, типа, мол, звонок. Звонит, как правильно. И уборщик говорит, ну, типа, территории, что у вас машина, говорит. Я говорю, иди отсюда, Вася. Я говорю, какая машина? Ты что, сдурел? Говорю, иди проспись. Ну, и потом он опять говорит, нет, Артем, типа, ваша машина там горит, там туда-сюда, пламя такое. Ну, мы выбегаем в подъезд, там с подъезда, смотрим, такой дым идет. Ну, все, сгорел двигатель, представляешь? Просто сгорел нахер двигатель. Сам по себе, когда машина стояла? Да. То есть мы давай на камеры. Либо эти, как бы, ну, я не знаю, как они записывали, на камерах ничего не видно, видно, что трогается просто машина и загорается. Мы давай, короче, искать там, связываться с итальянцами, знаешь, там, туда-сюда, связываться, я не знаю, там, с местной конторой, которая здесь, то есть, находится, вот, ну, короче, не знаю, мы там ее хотели в Италию отдать, потом не отдать, потом кому-то мы ее, по-моему, впарили, там, что-то там, тоже за какие-то деньги, человек взял, не знаю, для чего он ее взял. Тоже, ну, хоть что-то с него забрать. Потом был кубик, да, условно. Но кубик я сильно не бил, кстати. Не куб... такой, как у тебя, ё-моё, модный. Старый, да, еще кубик? Да, старый, ну, кубик. Тогда же это был новый кубик. Ну, тогда да. Вот и у него было очень много проблем. Не знаю, у тебя много проблем с кубиком, не? Там просто этот... Ну, новые же отличаются очень. Отличаются сильно. Они другие вообще. Видишь? Вот. Что потом? А ты новый выбрал? 10 тысяч пробега тоже было. И было много проблем, да? Ну да, этот электроника все время, знаешь. А, ну да, там. Этот табло, вот загорались эти ошибки постоянно. Я когда уже соберу их, знаешь, все вот так вот, их там штук 6 или 5 станет, все это, да, на этот, на СТО, и они там все дорабатывали, делали. Ну и Феррари, вот чем все закончилось потом. Нет, еще в Хорватии был Smart. Вот такая машина. Smart? Smart. Ты после Феррари купил себе Smart? Я не покупал, мне дал клуб. А. Я жил в прекрасном городе Сплит, на море. У меня была всегда мечта. Мечта осуществилась. Жить на море? Да, и играть в футбол. Ну, ты представляешь, у тебя в 9 утра тренировка, потому что очень жарко. На следующий день в 9 часов вечера тренировка. Но тренер был такой хороший мужик, и он понимал, что... То есть и пляж, на пляж сходить. Ну, и ты прикинь, там 10:30 мы закончили, ты уже в 11, оп-оп-оп, полотенчика, плавки, и считай, ты свободен до следующего дня, до 9 вечера. Про Мудрика хотел спросить. Ага. Тебя. Як ти взагалі бачиш цю історію з ним? Тобто, чи не переоцінили його по цим мільйонам, по цим сотням мільйонам? І що, як ти думаєш, як футболіст? От він ж талант, піздець. Я дивлюсь, як він біжить. Просто зараз він в одній точці знаходиться, секунда він вже в іншій точці. Я не бачив, що так ще бігав. З м'ячом працює дуже класно. Да, є, от видно, що проблема щось з психологією, да? Але як ти, як футболіст, бачиш, чому в нього то получается, то не получается, немає цієї стабільності. Пойми, він прийшов в Челси, да, у нього 10-й номер, це колосальне давлення, він прийшов за 80 мільйонів, настільки давлення, це добре, що у нього зараз команда, да, де знаходиться, там молоді ребята. Тобто, молодий тренер, как бы можно взять почти, но не сильно старый. И молодые ребята тоже такие же. Это еще... Ну, если бы он попал в команду, где был Лэмпард, да? Где был Дрогба, где был вот это вот, я не знаю, там кто там, кого там только не было, да? Вот там, допустим, при Мурине, там вот этот состав там чемпионский. Он бы вообще, его просто сели бы там в коллеге. Он бы ничего не смог бы. Сейчас у него, слава богу, все молодые. Ему надо играть за счет его сильных сторон. Он...
как играл он в «Шахтере», как он играет в сборной. То есть мяч получил, у него между ним один футболист, и он просто, я бы делал просто, он кидай мяч просто в любую сторону и беги. Он когда начинает что-то выдумывать, у него не получается. Надо играть за счет своих сильных сторон всегда. Мне говорил, ну, говорили все тренера. И Семин говорил, вот ты должен играть, что у тебя сильно? Что у тебя? Ты бежишь, ты не бежишь. Ты хорошо мяч в корпус прикладываешь? Да. Ты можешь отдать передачу? Вот на этом играй, типа, мол. У тебя что, удар за штрафной есть? Нет. Значит, лучше там отдай тому налив, рядом отдай ему, он пробьет. И вот так он должен играть, он знает свои сильные стороны, должен на них их еще дальше, mm-hmm. дальше развивать. Mm-hmm. Я думаю, все мы хотим, ну, как бы, чтобы Мудрик ему в Челси заиграл. Хочется, чтобы заиграл, да. Да, и был хочется. На ведущих ролях, ему надо много работать. Давление не такое, как было на Цыганковой Доби. Когда пацаны пришли, никто от них не ожидал, что такое будет, что не устраивало, да, каждый тур все Жирона. А Мудрик пришел в Челси. И все уже ожидают. Все уже ожидают, типа, десятый номер, извини меня, но это... Тотти, это, ну, там Роме был, да, это, ну, известные люди, такие, ну, легенды вообще. И он должен, ну, как бы, с этим давлением очень тяжело жить, когда идет хейт на тебя, да. Я знаю об этом, что такое хейт, это... Я с ним всю жизнь прожил, с этим хейтом. И он должен, ну, как бы, чем быстрее он это поймет, то у него что-то может получить. Ну, вот Почеттино пришел, он начал играть намного лучше, чем... Когда он, был Лэмпорт. Опять-таки, он к нему как, ну, как сын, вот столько я фоток видел, да? Да, да. Он радуется, когда он забивает. Он упихает, там вот так вот машет кулаком, как сыну, когда он что-то начинает, знаешь, возникать, там какую-то желтую полученную обязательно. Угу. Это классно. Это должно добавлять ему уверенности, угу. да. Совершенно верно. Так что надеемся. Сегодня какое число, кстати? Сегодня они играют, вот, можно посмотреть. Угу. А пройдет Украина на чемпионат Европы или нет? Я думаю, я верю, что да, но мнение расходится там кое с кем. Но кто как подойдет, в какой форме из наших лидеров, да, я считаю, что если все будут играть, ну, тот же Миколу, да, взять, ну, тоже все хвалят. Забарный. Забарный. Тот, ну, он вроде такой в тени, да, из всех mm-hmm. наших звезд, да. Ну, игра у него но топ. Он со себе спокойненько, он знает, что он должен делать на поле, что от него, что требует от него. И... Но он, может, и незаметно там играть, где он Бёрли, по-моему. Да. Не-не-не, он в... На Б как-то команда. Там Бурмуте. Он в этом Бурмуте, если спокойно, но он сыграл все игры. Они идут в серединке там, то есть спокойненько. Они в конце. В конце уже идут. На рахунок того, що тебе хотіли посадити у в'язницю в Хорватії. Що це за історія? За що? Короче, смотри, у нас было 3 дня выходных, мы списались с девушкой из Киева, и он говорит, я лечу с подругой в Рим. То есть там какое-то, не знаю, там какое-то событие, какой-то ивент, блин, или что-то такое, какое-то мероприятие. Я говорю, ну хорошо, сейчас посмотрю, у меня выходные, типа, мол, ну давай, прилетаем, мы тебя ждем, там же так круто, там все будет топ. Я смотрю, а там Сплит получается Хорватия, ну, очень рядом с Италией, там, я не знаю, с Веной. Я когда выходные каждый раз улетал. Там 40 минут лететь. Я такой думаю, ну, тя, 3 дня выходных, прикинул, типа, барышни летят, думаю, там у нас пропуска, там все, короче, я беру билет, типа, и этот. Ну, и все, взлетаю, приземлился, там, гостишку пока туда-сюда, душ-муж, там, переоделся, там, все, уже в ресторане встречаемся, в центре, там, Рима. Ну, и все, там, посидели там, что-то, винчик, шминчик, там пицца, там туда-сюда, потом гостишка и так далее. Вот, ну все, мне улетать, там пошли эти 2 дня, там улетать, я там лечу, у меня что-то, ну колбасит, знаешь, там 2 дня погудел, так немножко отходняк. Ну и лечу, а утром был рейс, потому что вечером поздно надо было уже быть в расположении. Меня трясет, ё-моё, такой думаю, блин, как я сейчас? А у меня смарт стоит в этом, как его... в аэропорту. Ну и все, короче, я получается, что сажусь за руль и поехал. Ну, еду себе, еду, уже там оставалось там. Ну и меня ну, гаишники, мусора тормозят, типа, так и так, типа, давайте там пройдем тест на алкоголь, типа. Ага. Думаю, а с чего это вдруг? Типа, мы они остановили. Я говорю, ну давайте. Ну и меня показало там что-то.
ну, такое достаточно за два дня, за этих. Ну, все, типа, едем и едем, типа, дальше. Вы едете с нами. Там на хорватском я тоже понимаю пару фраз. Ну, и все, отвозят меня в отделение, забирают телефон, типа, до выяснения, как я понял, там, ну, всех, типа, мол, моментов, до выяснения обстоятельств, типа, мол, у вас телефон нет, вы не можете позвонить. Ну, и, короче, открывают мне эту дверь, короче, клетку. Ну, и все, у меня туда, там, сколько там получается, здесь... Ну, как дощечки такие, которые... Ну, и все. Я сижу, блин, думаю, та, смеюсь такой. Думаю, сейчас бы фотоаппарат был бы, еще бы этот фотки сделал бы, знаешь. Ну, и в итоге оказалось, не все так смешно. То есть я уже там, ну, вечер уже вижу, так уже так... Ну, темно уже там, туда-сюда, что-то, никто не приходит. Я там давай эту там, тарабанить в клетку, типа, там, алло, типа, что это? Ну, приходит этот офицер, нет, вы остаетесь сегодня ночевать, типа, здесь, типа, мол, мы должны узнать, мы должны проверить документы, там, все это. Ну, все, короче, уже так ночью, там, у меня, ну, получается, только в портфеле, там, что там, байка была такая, толстовка. Я так укрылся. И, ну, и все, получается, я там уснул, просыпаюсь там туда-сюда, ну, все, говорю, давай, выпускайте там, это, нет, еще, типа, мол, по нашим законам ты должен пробыть здесь день, типа. Ну, все, вот так вот день, и потом сказали там, где, а я же без прав еще ездил, получается, знаешь. И что? Ну, что там, впаяли штраф, типа, мол. Большой? Ну, там около 1000 евро, знаешь, такое... Слушай, вы общаетесь сейчас или нет? Мы виделись последний раз с ним, с Николаевичем, когда было вот это вот мероприятие. Поздравляли Блохина, там мы выходили в Питер. Национальная легенда. Когда это было? Это было в 21-м году, два года назад, в конце августа, начале сентября. Зеленский был, там все были, Ермак, то есть все, помню, Полякова тоже была, Ольга. Тина Кароль была, тоже пела. Все поздравляли своих. То есть мы поздравляли как футболисты бывшие Олега Владимировича. Кто-то поздравлял там художников. София Ротару была. Тоже там ее кто-то поздравлял. То есть все там такие были прям вау-вау. VIP-персоны. Вот тогда я был последний раз. Такой мне сказал, ой, говорит, ты, говорит, когда футбол, типа, мой играл, хуже выглядел, чем сейчас. Типа, ну, Шева всегда такой. Я вспомнил, что ты играл против Месси. Да. Я хочу, чтобы ты описал вот свои ощущения в игре против такого футболиста. Ну, знаешь, как, мне легче описывать, когда ты, допустим, я играю против Канаваро, да, или против Серхио Рамоса. Защитник. Да, но это, знаешь, это прикольно. С кем было наиваще играть? Ты против Рамоса играл? Против Рамоса. Он, хоть я и всегда, и сейчас болею за Реал Мадрид, да, но он такой, плюнуть может. Гадкий игрок. А, да? Да. Он, пока никто не видит, может наступить на ногу. А ты можешь отреагировать, там ударишь, там, или где-то отмахнешься, а никто же не видит, как он наступил на ногу. Вара нет, не было же тогда еще. Да. А видит тогда только, когда ты отмахнулся. Ну, такие действия, может за футболку порвать. Я просто тогда не удивился, когда он, помнишь, что этого Салаха сломал на этом, когда Лиги Чемпионов финал был на Олимпийском. Так что, ну, вот Рамос это вообще это очень сильный. Канаваро сильнейший. Там Терри, связка Терри, Фердинанд. Но они такие были. Это, и когда мы тогда с Днепром в Днепре выиграли 1-0, что Рио, Фердинанд, что Терри, ну, такие спокойные были. Они давали принимать. Кого выиграли, да, напомню? Англию. Англию. Они давали принимать тебя, они не били сзади по ногам. Они такие, больше... Выбор позиций, знаешь, они так за счет опыта, за счет этого такие не были. Не были такими жестиками, знаешь, как вот Рамос, как Канаваро, там, как Гатузо. Но они играли, наверное, этот футбол, знаешь, пару раз ударили по ногам, чтобы не подбегали уже. Да, да. Хорошо, топ-3 лучших футболиста в истории? Криш, Месси, ну и, наверное, Мбаппе. Мбаппе? Да, ну из последних. Вот... Неймар просто жалко его, он часто травмируется. А вот, наверное, Мбаппе. Топ. Хорошо. І останнє, зіграємо в ігру одну. Андрій Шевченко запропонував створити новий футбольний клуб разом, але гроші будете ділити 95 на 5%. В тебе 5, у нього 95. Інвестиції не ваші. Плюс.
плюс згодом. Мені 5 хватить. Аня Алхім запропонувала зустрітися, але ввечері виявилося, що вона хоче почати стосунки з тобою. Надовго? Не на день. Давай, Анька. Хорошо. Мудрик запропонував, щоб ти його тренував як нападаючого. То, що ти хотів. З кайфом? Да. Даша Остафіва запропонувала вирішити конфлікт і приготувати разом суп. Даш, я за. Зеленський запропонував разом з ним прийти на переговори з білоруською делегацією. На переговори? Так можна назвати. Як думаєш, чим би міг би бути там корисним? Та я навіть не знаю, это... як це шутки шутками. Все это плохо, и я не знаю, офис президента должен решать, как с этой ситуацией на то они люди, опять к политике пришли, они на то имеют большой вес во всех стране, они сами должны, у них много помощников, как и что делать, и тут я понимаю, что заднего нету пути. Тобто, якщо тебе попросили, ти погодився, але да, що ти там робив? Що б я там робив, і що б... Чим я там помог би, я не знаю. Раміна запропонувала прийти до неї на ще одне інтерв'ю. Сорі. Чого? Мені не понравилось. Не сподобався результат, чи не сподобалася атмосфера, типу? Ну, як-то все це, ну, не знаю. Мені не хочу нікого там, як би, всі професіонали свого діла, але мені не зайшло, можна так сказати. Понял. Моєї, мабуть, теж. Зінченко запропонував стати хрещеним його наступної дитини. Саш, приглашай. Зові. Вера Брежнєва запропонувала записати спільний трек. А ти співаєш? Караоке щось даєш нам трохи? Що тут? Ні, я люблю слухати. Там пару слов мог би вставити. Тьом, ну, мені здається, прям... Получилось. Мені дуже приємно, що ти обрав мене як людину, який дав такий, ну давай, це навіть не подкаст, це було інтерв'ю прям, дав таке велике інтерв'ю. Мені здається, ми обговорили все, що можна було обговорити, і навіть трошечки більше. І я думаю, що люди прям, ну, побачили тебе з тої сторони, з якої мали побачити. Побачили тебе справжнім. От я тобі прям дуже дякую за цей час. І я б дуже хотів, бо у нас формат такий, що подкаст називається «Формула». Да, і формула не моя конкретно, не мого успіху, а успіху людини, яка приходить до мене в гості. І дуже багато подивиться це інтерв'ю футболістів, починаючих, 100%. І хотілося б, щоб ти написав формулу того, як стати успішним футболістом. Тобто ти можеш написати якісь там для себе повідки і потім пояснити, що тобі допомогло стати тим, ким ти став. І вийти, і бути, і грати на такому, на рівні, про який мріють мільйони дітей і мільйони людей. Що здесь написав, ти маєш отличних батьків, отличну сім'ю. Тому що батьки – це наше все. І чим швидше ти це поймеш, да, тим швидше, ну, ти как бы будешь таким же, как они, ты хочешь быть такими же воспитанными, культурными, да, ты хочешь быть похожими на них, потому что они это иногда, очень часто это все, что у тебя есть на какой-то период жизни, на какой-то момент. Дальше людей, которые... Почекай секунду. Просто знаешь, что тебе повезло с тем, что в тебе реально классные батьки по диалогу с тобой. И навіть той момент, коли тебе забирають Динамо Київ, тобі вони пакують чемодани і відвозять тебе, да, в Динамо, в Київ. Було тяжело, да. Как бы не было тяжело. В більшості мене б... Я знаю, це тяжело. Да, мене не відпустили батьки нікуди. Ну, типу того, що... І вони мене класні, але не відпустили. Що робити от дітям, і от якщо не пускають? От їм є пропозиція, або вони хочуть поїхати в Київ грати, або ще щось, не відпускають. Що б ти робив? Саня, ну, тяжело тут сказати. Ну, прикинь, там, чувак талант, да, а да. Батьки... Не розуміють, а на що? Ти бачив футбол в нашій країні, ти то, третє, десят. Ну це ж тупо дуже часто практика. Нету даже ідеї, тому що, ну, я согласен з тобою, дуже повезло, що как бы, вони проніклися этим. І виходить, що, ну, якби, якщо б вони мали таке же мнение, як ти от говориш, да,
то я не знаю, кем бы я был. Mm-hmm. Понимаешь? И mm-hmm. если отлетать назад, отлистать назад, да, то есть все эти события, то есть я даже не представляю, кем я был бы, наверное. Все это, что говорят, летчик, там это, все это, там, все это херня полная, знаешь. Поэтому, да, это тяжело, и тут надо, я не знаю, как-то... Находить подход, объяснять. Пытаться найти людей, которые могут донести, мне кажется. Много от родителей зависит. Много от родителей поверить в ребенка, да, что он вырастет в футболиста. Это тоже надо, ну, как бы иметь яйца, да, иметь характер, да. Допустим, там, вот мой батька все время там мечтал, там, вот он сам там иногда там бегал, там, вот я хочу, там, если у меня не получилось, то у тебя там, то есть получится, все нормально будет, там, верь в себя, там, туда-сюда. Поэтому вот я то же самое, и вот людей, которые верят в тебя, это тренер, это изначально мой самый первый детский тренер, он всегда верил в меня, он там пихал, очень сильно пихал, там доставалось, ну, всем, но он верил, там, соответственно, ты начинаешь в себя верить, ну, и быть трудоголиком. А вот это, а людей, второе, что? Людей, которые тебя верят. А, все. Угу. Это вот, ну, так. Опять-таки к бате, а опять-таки к детскому тренеру, который... Окружать себя такими людьми, стараться, да? Да, чтобы... Если видишь, что плохой тренер, лучше уйти от него, да, и найти... Если он, ну... Тебя... А у меня у малого просто... Постоянно чморить тебя или там что-то еще, можно сейчас куча тренеров способных. Ну, у меня у малого история была. Он играл и достаточно хорошо начал играть. Прям очень хорошо. И я в него вкладывал тоже свое время в детстве постоянно, чтобы я не стал, ну вот, чтобы он стал, как у тебя батя. И у него получалось... А потом тренер просто перестал ставить его в состав, потому что появились кенты, дети которых были в команде. Он ставил вот этих детей. И хрен забивал на тех, кто играет хорошо. И вот я считаю, что в такой ситуации надо делать все, чтобы находить других тренеров, другие команды, уезжать из города. Потому что футбол у многих людей, у многих детей, он в крови вот тут, он, типа, это как что-то вообще... Ну, я читал, что ты говоришь, что у тебя прям это как это, ну, да, это основной хой, я не знаю, что. Если меня спрашивают, что тебе больше всего нравится в жизни, я скажу, что футбол. Поэтому, типа, я знаю и понимаю детей, которые страдают от и тренеров плохих, и от недоверия родителей. Вот, поэтому это такое, хорошо, быть... Трудоголиком, но... Вот это можно внести сюда Мудрика, да? Вот мы говорили о нем. У него талант. То, что я вот вижу, то, что он это недавно тоже позавчера, наверное, ночью там что-то там, где-то что листал, инсту, выкидывая там, ты же знаешь, там разного все выкидывает. Да, да, да. И как бы попал на Мудрика, он там набивал еще в шахтерской кипе, он набивал туалетную бумагу. То есть он такой набивает, стал такой, оп, такой принимает на носочек эту туалетную бумагу, делает этот переступ, как этот Неймар, кружится там что-то, оп, на грудь, как Ибрагимович. Это талант, это такая техника у человека, ну, это дано Богу, это вообще, это, ну, что-то, как Неймар, то есть Мудрик. Я уверен, что сделает Неймар, да, допустим, вот этими переступами, сделает и Мудрик, повторит, но надо работать над собой, надо там бежать, надо тяжело, надо, ну, труд это огромное очень значение. Если еще добавить труда в то, что есть, это вообще, это может быть космос. Ну, и в себя верю, Сань. Это самое основное. Но если ты в себя не поверишь, но если ты не сможешь переступить, ну, какой-то там момент, там, тот же, допустим, если сравнить, да, со мной, то есть вот с этой, да, штукой, ну, то, что я видел, ну, могу я жить без этого, задаешь себе вопрос, или не могу? Ну, я говорю себе, могу. И если ты говоришь себе, могу, там, люди, да, которые за тебя переживают, да, и ты, ну, тяжело, не то, что тяжело, ты не можешь права подвести, да, людей, которые за тебя вписали, за которые, ну, за которые тебя, ну, как бы помогли тебе, да, и я знаю по себе, допустим, я очень много чего делал в свое время, очень много добра, еще раз повторюсь, тем людям, те люди исчезли, все. То есть бывало даже такое, до такого доводил, что я уезжал, допустим, в отдых, мне говорят, что ты нам денег типа не оставишь, типа, ты в отпуск летишь. Они уже настолько привыкли к этому, что они даже предъявляли мне, что я типа денег не оставлял, типа, когда влетаю в отпуск. Я говорю, ребят, а вы немножко это, блин, не заблудились, блин, или что? Говорю, вы и так, говорю, живете, говорю, вы ни за что не платите. Так вот, вера в себя – это самое главное. Знаешь, ты сказал, я вспомнил фразу, если видишь там реку, которая там течет по горе, но течет не вниз, а вверх, а река ж никогда вверх не течет, он только вниз течет. Значит, добром за добро кто-то отплатил, а добром за добро очень редко кто отплачивает. Хорошее слово. Да. Тём,
Дякую тобі величезно. Тобі спасибо. Прям було топ, мене там команда. Дякую величезно, що прийшов, завітав. Спасибо. От я, чесно, тобі бажаю у всіх напрямках, які в тебе зараз починаються, щоб вони розкачувались, розвивалися. Якщо треба щось з моєї сторони, я дуже-дуже сильно поважаю тебе як людину, як футболіста, і все дитинство спостерігав. Тому, типу, чим я можу допомогти, з кайфом допоможу. Спасибо большое.